Свыше 46 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в СКО. За последние две недели 49 заболевших. Это в 1,6 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вакцинация населения продолжается. Отмечают врачи и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. В этом году за помощью к врачам обращались в 1,5 раза чаще, чем в прошлом. В Петропавловске с начала эпидсезона, то есть с 1 октября, зафиксировали 132 случая. Наибольшее количество заболевших отмечается среди лиц, среди детей до 14 лет, что составляет 65% от общей заболеваемости. С 14 октября текущего года в области началась регистрация случаев гриппа. Всего в области на сегодняшний день зарегистрировано 244 лабораторно подтвержденных случаев гриппа типа Б и 11 лабораторно подтвержденных случаев типа А. Все заболевшие не получали прививку против гриппа. Симптомы гриппа и ОРВИ схожи. Однако в первом случае диагноз можно подтвердить только в лаборатории. Поэтому стоит посетить врача и не заниматься самолечением. В бытовые дни у нас симптомы вирусной инфекции есть. Многие считают, что они заболели обязательно гриппом. То есть заболеваемость, диагноз заболеваемости гриппом А устанавливается только после лабораторно подтвержденных случаев. Медики напоминают, что в пору корпоративов и массовых гуляний стоит быть осторожными. В случае болезни лучше остаться дома, не посещать места массового скопления людей, чаще мыть руки и проветривать помещения. Диана Салихова, Ренат Шамшутдинов, МТРК.